Добрый вечер. На телеканале «Астана» программа «Статус-кво» и мы ее ведущие Динара Саджан и Оксана Петерс. И сегодня у нас в гостях известная казахстанская пианистка, ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы и просто красивая женщина Женя Обакирова. Добрый вечер, Женя. Добрый вечер. Я слышала, что вам не нравится, когда вас воспринимают только как пианистку. Это правда? Наоборот, мне не очень нравится, когда меня воспринимают только как ректора, потому что надо учитывать, что я прежде всего пианистка. Но в последнее время я как бы уже гармонизовала эти две абсолютно противоположные ипостаси. И даже горжусь тем, что я хороший ректор, я, наверное, хороший педагог. У меня много успехов, как у администратора. Вот. Но если меня честно спросить, вот, что я больше всего люблю? И на что я больше всего настроена, и к чему я расположена, это, конечно, играть концерты. Я не думаю, что очень много людей понимают природу этого желания, но, тем не менее, это вот смысл жизни, чтобы играть. Женя Ефимовна, а как вам удалось гармонизировать? Ну, знаете, в какое-то время, когда вот меня назначили, я в самом расцвете карьеры, немножко даже стеснялась своим партнерам говорить, что меня назначили ректором. Ну, и, конечно, у меня еще не было так много успехов, я не знала, что это такое. И меня как бы... Но поймали на моем чувстве долго, что я должна, если я сильная, выросла уже, я должна что-то сделать для культуры, для молодежи. Ну, вы являетесь ректором с 97-го года, по-моему, да? Это трудные были годы, да. Это было тогда, когда Астана переехала. Боже, как я буду работать? Все уехали. Куда я? Как я буду каждый раз ездить в Астану? Вот. Но потом выяснилось, что я на многое способна. Я, то есть, никогда не представляла, что я буду там строить международные покупки какие-то делать или, ну, там, инструменты закупать для консерватории. Потом вот очень масштабное международное сотрудничество я смогла организовать. И сейчас я уверенный в себе ректор. Я сравниваю себя со многими моими партнерами там из СНГ и даже из мира. И я понимаю, да, мне в Казахстане удается намного больше, чем им. Но это, конечно, не только моя заслуга. Это заслуга страны. Женя Ефимовна, когда она на сцене, когда вы за роялем, вы очень женственная, очень такая вот романтичная натура, да? А Женя Ефимовна ректор, в любом случае, там, мне кажется, без жесткости никак. Ну, профессия пианиста, причем классического пианиста, вот в самом настоящем смысле, она достаточно сложная. То есть вы очень мало знаете пианистов, которые дошли вот до каких-то настоящих высот и не разочаровались-то. И в этом смысле, мне кажется, моя профессия мне помогает, очень сильно помогла в администрации, потому что умение анализировать, умение прогнозировать, умение выстраивать произведение, форму произведения, соответственно, форму своей работы, дня. Самое главное — умение выстраивать отношения с людьми, с партнерами. Это, я думаю, что это от музыки. Я помню, меня впечатлило, когда вы сказали, что вы в юности часто себя считали некрасивой и даже комплексовали по поводу этого. Правда. Правда. А как сейчас? Наверняка сейчас вы каждый день слышите комплименты, и вы уже так не думаете. Ну, если честно сказать, действительно, я довольно часто слышу очень хорошие, такие приятные слова, но иногда я хожу с таким чувством: «Боже, какая страшная». И в этот момент, если я посмотрю в зеркало, думаю: вроде ничего. Почему мне кажется, что это такая страшная? Это какие-то отголоски юности, наверное. На самом деле. Почему вы считали себя некрасивой? Ну, я, во-первых, была очень серьезная. Потом, может быть, очень такое строгое воспитание в семье. Мама на нас как смотрела, что-то мы ей не нравились. Она вот с сыночкой как-то очень любила. Ага. Он смотрелся такой статный, все. А дочки что-то какие-то не такие женственные, как ей хотелось бы. Да? И, может быть, она немножко внушила нам какие-то комплексы, но... Еще профессия. Я сильно была, умные книжки читала. Я очень была настроена из-за этого на работу, на том, чтобы совершенствовать себя в профессии. И как-то, может быть, не замечала каких-то попыток посмотреть на меня. Мне казалось, что это на меня бесполезно. А в каком возрасте вы поняли, что вы симпатичны, что вы на вас обращают внимание интересные мужчины? Когда вот это произошло? Вы знаете, когда, наверное, первые успехи в жизни появились, да? Когда... Вот я поехала в Париж, и я так переживала, что как парижане будут на меня смотреть? Я не такая тоненькая, не как Оксана Петерс или Динара. А я помню, как я бегала от Нижней улицы до самых гор. То есть, ну, истязалась я, чтобы вот немножко прийти в форму. А сколько лет вам тогда было? Немало, уже 26 лет было, да. И все равно у меня какие-то детские комплексы были, что вот я в Париж, да, она непременно тоненькая, стройненькая, вот такой твиги. Потому что нам почему-то всем кажется, что во Франции живут все худенькие, только, да. На самом деле там и жили, да, и живут такие, да. Но
после того, как я увидела, что за мной толпы фанатов бегают, ходят, восторгаются, ахают, охают, как я играю, я что-то стала как такой гадкий утенок, что, может, я лебедь, да? И, знаете, вот этот успех. Потом в стране, как меня стали принимать. Мужа хорошего встретил, семья у меня хорошая, да? То есть стали отпадать эти комплексы. И, как ни странно, чем я старше становлюсь, тем больше мне каких-то приятных слов говорят. Я говорю, где раньше были? Женихина, вот здесь вот скажите нам, вот честно, да? Честно. Мужчины, несмотря на то, что вы замужем, обращают на вас внимание, какие-то знаки внимания, бриллианты не дарят случайно? Мне женщины бриллианты дарят. Не мужчины. Я так удивляюсь. Ну, иногда, знаете, вот если меня приглашают, я помню, какое-то очень красивое украшение мне подарили, когда я была крестной матерью первого казахстанского танкера. Это танкер водоизмещением 12 тысяч или миллионов тонн, чего-то такое, да, я могу перепутать, для меня все равно. В Выборге. Это первый казахстанский танкер. И там есть каюта, там моя фотография, как крестная матерь. Тогда мне подарили какое-то очень красивое. Ну, подарил кто? Капитан? Это нефтяники подарили, которые это самое. Да? В основном мне дарят организации. Но не было таких ухаживаний вот от каких-нибудь миллиардеров, которые просто влюбились в ваше творчество? Может быть, они вот до сих пор все вот тайно мечтают, но так и не решились. Да? Ну, не знаю. Мне вот, я говорю, женщины. И вот у нас есть женщины, некоторые не бедные. И они меня балуют. И вот почти все украшения, которые мне дарят, я их ношу. Потому что я сама не особенно специалистка. Ну, вы любите бриллианты? Ну, наверное, да. Есть женщины, которые не любят. Но вот чтобы пойти в магазин самой купить, вот это я, конечно, не смогу сделать. Не приоритеты мои-то. Я, наверное, в этом смысле не слишком женщина. Да. А сами часто подарки дарите? И что в основном любите дарить? Ой, я много чего. Я всегда за рубежом что-нибудь покупаю и привожу. Особенно раньше, когда вот здесь были дефициты. Вначале было трудно, потому что ничего нет. А сейчас уже слишком много и трудно выбрать, да. Вообще все, что от меня получается, всегда говорят, ой, от вас, вот мы счастливы, да. И я, знаете, если вот продолжить вопрос, где комплексы, исчезли, потому что так ко мне люди хорошо относятся. Так хорошо, столько добра. Иногда кто-нибудь увидит и прямо... Ну, так как я, если бы увидела кого-то там, медийное лицо какое-то там, Терешкова, Гагарина или там, не знаю, кого назвать там, Мэрил Стрип... Куляш Байси, то если бы я увидела, я бы так же отшатнулась. Вот на меня так смотрят, я знаю, какая я просто человек, да? А на меня смотрят уже как на образ, да? Но у вас это не смущает, Женихина? Обычно люди испытывают смущение. Вы знаете, нет. На улицах не домогаются. Я с удовольствием с ними здороваюсь, со мной все здороваются. Я, конечно, первое время думаю, может, я их знаю? А потом думаю, наверное, я не знаю, просто здороваться как с знакомым человеком. В самолете. Вот я захожу в самолет и так, здрасте. Я всем киваю тоже. Мне не трудно. Женихина, у вас рейтинг популярности, конечно, очень высокий. Он высок настолько. А вам откуда известно? Ну, вы знаете, потому что я просто не знаю у нас в Казахстане ни одного человека, мне кажется, который вот именно среди моих знакомых, кто бы не знал, кто такая Женя Аубакирова. Мне кажется, вас знают все, потому что вы... Иду один раз я по базару, по зеленым. Я очень люблю иногда сама ходить, чтобы покупать. Говорит, вон знаменитая идет скрипачка Айман Мусахаджаева. Ураз Джандусов один раз сказал еще на заре независимости, говорит, у вас бренд, говорит, парно раскручен. Вы знаете, просто для казахов, как две высокие казашки с одинаковыми прическами, что-то они там играют, непонятно что, кто-то на скрипке, кто-то на рояле, обе еще руководят и не слазят с экранов телевизоров. Кто такие? И которых постоянно видишь рядом с президентом. Да, наверное, так, да. Но для вас важно, чтобы вы были всегда в команде президента рядом с ним? Ну, а как же, для любого человека. Президент у нас такой продвинутый, творческий, яркий. Любая встреча с ним – это очень большой импульс энергетический, да. И если президента не было, значит, что-то не так, да. А если был, значит, все состоялось. Вы сами себя как готовите к встрече с президентом? Потому что это же на самом деле, вот последняя встреча у вас была, по-моему, 8 марта, да? 8 марта президент собирал самых таких ярких, интересных женщин нашей страны. И вы, запомнилось именно ваше выступление, где вы сказали, вы самый яркий, самый симпатичный, самый. Ну, на самом деле, все-таки вот лидер нации, это же не случайно. Просто вот про страну думают так, как вот встречают. Вот, например, президент. Вот я про Германию думаю, что это вот такие, как Ангела Меркель, там, Саркози, там, или кто-то, Путин, или там, Медведев, да? Вот смотришь на нашего президента, и приятно, потому что он статный. Активный, статный. Он
очень хорошо общается, он очень приятный и в общении. Он деловой партнер. Он для всего мира предсказуем как миролюбивый, представитель миролюбивого государства, цивилизованного государства, стремящегося к самым большим высотам конкурентности. Почему нет? Так вот невольно иногда сравниваешь, да, думаешь, наш лучше. Наш лучше. А потом, знаете, каждый раз, когда я встречаюсь с президентом, может быть, я не так часто встречаюсь, но каждый раз я думаю, какая у него потрясающая память. Он всех помнит, всех знает. Обстоятельства каждого человека вот в тот момент, да? А ведь со многими он уже в течение скольких лет, нескольких десятилетий. Жанехин, а вот насколько вы себя чувствуете свободно? Потому что, ну, это не секрет. Вот я тоже много слышала, когда говорили, что на встрече, вот на таком высоком уровне, люди теряются, и они просто забывают, что хотели сказать, и не находят слов и так далее. Вот у вас не бывает такого волнения? Вы говорите то, что хотите, или все-таки придерживаетесь, скажем так, больше официоза? Ну, конечно, я понимаю, что это президент страны. А с другой стороны, я очень такой открытый, искренний человек. Я с президентом разговариваю. Ну, вот, вы как творческий человек можете себе это позволить, да? Ну, я, конечно, не перехожу там каких-то границ и какой-то, естественно, манеры, положенные в разговоре с президентом. Но у меня нет страха. У меня есть доверие и есть интерес. И я знаю, что у президента тоже так же. Вот, я знаю, что он уважает нас и... Он интересуется нами. Почти всегда он знает, что с нами происходит. Там, как я после какого-то концерта в Париже, там, в 2003 году, он говорит, я слышал, у тебя там был фурор. Ну, это фантастика. Ну, в его государственной голове еще помещается такая фантастика. Жанехин, а вы никогда не пользовались вот этими встречами? Никогда не просили его о чем-нибудь? Никогда. Угу. Потому что я считаю, что он создал все условия для того, чтобы мы самостоятельно, собственными силами могли делать то, что мы должны делать в своей сфере. Потому что я не очень люблю, когда, ну вот, пользуясь возможностью, пользуясь случаем, начинают решать какие-то свои делишки. А за кого-то не приходилось просить, если не за себя? Ну, не знаю, практически нет. Знаете, вот статус президента настолько высок, что подходить к нему с какими-то такими... Я могу попросить за других, обращаясь к любому в нашем Казахстане, но... Кажется, что не президент. Все-таки президент – это что-то особенное. Вот такая у меня вдруг возникла мысль, что я довольно часто гастролирую, путешествую. Ну, не путешествую, вот именно с работой связано, да? И часто храмы, там, буддийские, христианские, католические, там, не знаю, какие, мусульманские, мечеть. И вот заходишь, и хочется сказать что-то самое заветное, да? Хочется иногда попросить что-то для себя, да? А невозможно. Ты вот заходишь, и ты понимаешь, перед лицом высших сил ты только можешь одного попросить, да? Ну, благополучие, здоровье близким, друзьям, да? Все, у меня язык не поворачивается, у меня в голове мысль не поворачивается сказать что-то другое. Сказать, а вот я хотела бы, чтобы вот это, а можно мне вот это? Ну, как-то несерьезно. Мне кажется, так же и с президентом. Все-таки президент – это совсем другое измерение. Что, когда мы были у вас в гостях дома в 2009 году, мы снимали программу, мы с Оксаной удивились, что вы живете в скромной квартире, в скромном доме. То есть... Ничего не скромный, нормальный дом. Нет, вы знаете, даже скромный. Скромный, да? Скромный очень. Дом, потому что мы зашли, и я вот, если честно, представляла себе, что мы зайдем в какой-то роскошный вот, да. Современный хотя бы вот многоэтажку. Да? А вот. Я очень гордилась. Современной мебелью, да? Современными. А у вас все было так очень... Мамина мебель, еще которую мама поставила. В каком-то таком советском стиле, да, все. А сейчас вы живете в этой же квартире? Вы знаете, я очень с гордостью всем сообщаю, что мой муж закончил строительство дома. И сейчас мы живем в собственном доме, но я говорю, только Кёльнский собор дольше строился. Мой муж не очень любит, когда я так говорю, но все-таки он строил с 90-х годов, начиная. И все эти 20 лет я ему говорила, зачем строить, не надо, да не сможем мы все равно жить, это только для богачей, мы бюджетники. Ну, всякое такое ему на нервы действовало, он говорит, пойдем кафель выберем, я говорю, не хочу. Но я просто видела, что цены в магазинах такие, что, ну, точно не по карману. Но каким-то образом он смог достроить, потому что он на самом деле сам многое сделал. Он научил какого-то человека, они там вдвоем, втроем за эти годы построили. Шикарный дом, я довольна. Сейчас вы живете в большом, роскошном доме. Шикарном доме. Наконец, мой рояль, который мне когда-то 10 лет назад был подарен, он сегодня стоял в кабинете в консерватории. Сейчас у меня дома стоит, да. Ну, сказать, что он шикарный, нельзя по сравнению с теми домами, которые я видела,
Но он вполне приличный, я не стесняюсь. Кстати говоря, для меня новость, что вы так на мою квартиру реагировали. Мне она нравится. Нет, нет, мы не потому что, просто мы же, знаете, как привыкли, да, казахи, да, что да. Вот у нас все известные люди, они должны жить, да, очень хорошо. Вы знаете, я могла, может быть, но я такой человек, что я не сильно на это обращаю внимание. Во-первых, я все время живу где-то в гостинице, да, мне главное, чтобы был отель, удобная кровать, место для зарядки, все такое, да, я большинство времени провожу на работе и в поездках, да, в этом смысле я не совсем такая вот женщина, которая там дизайн, там уют домашний, все, поэтому за все это взял на свои плечи мой муж, чем ваш муж хорошо зарабатывает? Вы знаете, по-разному. Иногда хорошо, иногда не очень. А чем он занимается? Чаще всего. Вообще он философ по образованию, и в первое время он преподавал философию. Он философию очень любит, он намеренно поступал именно на философский факультет. Не случайно, а намеренно. Он философ по природе тоже. Но как он в молодости сказал, народную артистку надо кормить, и пошел в бизнес. Факт, что он очень многое может своими руками, и оказался очень хорошим спутником жизни, который воспитал замечательных детей, и... создает все условия для того, чтобы я могла творить, как что называется, парить. На самом деле, не каждый мужчина выдержит жизнь с творческим человеком, потому что постоянные перелеты. Ой, я такая противная, как творческий человек в жизни. Я, может, как профессионал ничего, а как творческий человек в жизни, я точно такая же, как все творческие. Очень тяжело, потому что есть обратная сторона. Вот только сейчас, Женя Ехина, вы... сказали, что дизайн и уют – это, может быть, не ваше и не для вас. Но насчет уюта я могла бы с вами поспорить. Mm-hmm. Потому что когда 3 года тому назад мы были у вас в квартире, да, несмотря на то, что, как Динара говорит, очень скромно. Простая квартира, mm-hmm. да, но прежде всего мы ощущали спокойствие и на самом деле уют, гармонию. Mm-hmm. Вот как вам, несмотря на то, что вы редко бываете дома, да, как вот удается создать такую обстановку дома? Ну, может, это не я только создаю. Ну, во-первых, как мы обсуждали с мужем, что «А ты вообще чем думал, когда выбирал артистку?» Он говорит, ну, как бы его предупреждали, что это может быть нелегко. Но, с другой стороны, у него, видимо, внутренняя потребность была что-то такое вот именно связанное с творческой профессией. Он говорит, мне трудно представить, чтобы у меня жена была бухгалтером или там, инженером или каким-то таким приземленным. То есть у него он как тяготел. Потом, мне кажется, я все-таки, хоть и артистка, но достаточно адекватно. Я когда не артистка, я стараюсь правильно понять. Я умею встать на сторону другого человека и как-то понять какие-то ожидания. Но надо отдать должное. Сильно меня балует, сильно уважает как личность, как профессионала. Вот я, например, звоню, говорю, из Санкт-Петербурга, вот совсем недавно. Говорю, Хала, я так счастлива, так занимаюсь. Я здесь вот с 4 мужиками играю или там с 3. Я говорю, мы по 7 часов, по 10 часов занимаемся. Я домой прихожу, вообще шевелить не могу, потому что мы занимались просто и так хорошо играет, а еще столько репетирует. Я такое удовольствие получаю. Он говорит, я счастлива за тебя, я рад за тебя. Так вот. Он не говорит, что, где, с кем. Неужели ни разу за всю вашу супружескую жизнь никогда он вас не ревновал? Никогда он не унизился, не позволил себе. А вы? Ну, мне тоже повода не дает. Как-то вот мы вот как-то с ним... Эта тема не наша проблема. Да. А как он вас балует? Вы только что сказали, балует. Ой, он такой замечательный, он жалеет меня. Он, ну как, я вот прихожу домой и говорю, ой, пожалуйста, это самое, ничего мне не скажите сейчас. Или я вот сейчас буду телевизор смотреть. Вот нет, чтобы выключить телевизор, потому что мне спать надо, да? Я этот телевизор не вижу, но я вот пока лежу, меня никто не трогает. Это настоящее баловство. Он такой говорит, сыну, подними, она там где-то внизу лежит, надо ее поднять. Или там, в день концерта, мне ничего не говори, да. Хоть что я сделаю, ты ничего не говоришь. На самом деле, не на словах, делами. Он все время помогает мне, он все время... Ну, знаете, как должно, я это воспринимаю, это нельзя, конечно, но... Когда я уезжаю, я все время только об этом думаю. Думаю, какой хороший, всем своим рассказываю. Такой муж, вот такой, вот это сделал, все. Когда я приезжаю домой, иногда бывает, что я даже недовольна чем-то. Да? Но я довольно часто уезжаю, и у нас как бы не доходит до каких-то
больших проблем. Иногда, когда я слишком много дома, говорю, что, Жаня, ты давно не уезжал? Женя Яхевна, ну вы, как настоящая казахская келин, встречаете гостей дома, бишпарма готовите? Женское счастье. Да? Лишь бы милый рядом, да. Как? Ну я все это умею делать. Ну вы делаете это? Я делаю это. Я, например, если чуть подольше дома и не так напряжена, я рано встаю, готовлю салаты, супы, там, мясо, там, все это. Мне хочется это приготовить, потому что я знаю, что я вкусна и для семьи. Женя, а вы можете выключиться, вот, выключить в себе эту артистку, которую все уважают, знают, любят, носят на руках, и просто быть обычной женой? Ну, так оно и есть. Так и есть, да? Так оно и есть. Другое дело, что я не так часто включаюсь. У меня артистка, у меня очень много работы административной. И я, находясь в Алматы, то есть дома у себя, да, обычное мое состояние к вечеру – дикая усталость. И тогда я прихожу домой, и все стараются мне что-нибудь приятное сделать. Там, сыночки, муж. Ну, как-то они видят, что эта бедная тетушка столько работает, что вообще ее только надо пожалеть, да. А подруги у вас есть? А как же? Вот я говорю, все близкие, бросаемся. Которым все рассказывается. Абсолютно. Да? Конечно. Из известных людей. Только потом говорю, ой, пожалуйста. А одна подруга говорит, давай я в Твиттере это напишу. Только не пиши, пожалуйста, пиши. Ваша подруга есть в Твиттере, но у вас нет, кстати. Есть. Вы есть? Ну, просто я два раза только пишу. Я не очень не умею. Но вы за кем-то следите? Нет. Нет, да? Ну, то есть вы с гаджетами дружите? Ну, да. Айпады, айпад айпад сейчас у меня во все командировки беру. Потом мне сейчас подарили, как? Покетбук. Все ага. книжки читаю я там все время, теперь легкий совсем, да. И я пристрастилась писать, потому что я писательница такая, да. Я наблюдения свои какие-то. Вот сейчас действительно с айпадом легко. В самолете где-нибудь ожидаю, да, да, что-нибудь да. впечатление, пока есть время. И, и не чувствуете, что ждете чего-то. Да. Вы во многих местах побывали. А есть такие точки мира, где вы еще не успели, но мечтали бы поработать? Ну вот, я недавно получила приглашение сыграть перед королевской семьей в замке Сент-Джеймс. Да вы что? Там что-то такое будет, потом ужин будет там. Я должна буду пообщаться, могу пообщаться с принцем Чарльзом, для этого мне нужно... А королева Елизавета вторая будет? Может быть, может не быть, не знаю, королевская семья. Ну вот, например, на следующий год нас ожидает участие в Эдинбургском фестивале. Это один из самых крутых, самых знаменитых фестивалей в Шотландии. Там одновременно происходит 250 представлений вот в эти летние месяцы. Но в том зале, в котором мы выступаем, только самые крутые оркестры мира. И наших целых два оркестра приглашают, и народный, и симфонический. И особенно вот эту вот нашу придумку, у нас есть такое в духе казахских традиций соревнования между оркестрами. Ну, казахи же обычно соревнуются друг с другом. Айтыс, Артас, да. А здесь у нас Айтыс оркестров, да. И это такая оригинальная идея, что она всем очень нравится. Ну, везде играли уже. Уже мои дети даже играли в Карнеги Холл, да, в Кеннеди. Я говорю, детки, вы куда мечтаете? Вот я, например, уже довольно взрослый, первый раз в Карнеги сыграла, а вы, молодежь, уже сыграли. Куда вы теперь мечтаете? Ну, как бы, мне кажется, знаете, уже не во внешнее, потому что внешнее все как бы понятно, что все, что мы задумаем, рано или поздно случится. Я так... сторонник материализации мыслей, да. А вот именно внутренне, для чего? Какая цель? Что мы получаем? Какие мы испытания выдержим? Что из этого с нами получается? Куда мы движемся, да? И я очень довольна сейчас, знаете, не только с своими студентами, а еще своим коллективом. Мы как будто бы нашли вот ту самую недостижимую гармонию, что когда творческие люди, знаете, их в эти кризисные годы, вот когда переход был от системы к системе, довольно сильно уронили. Угу. Достоинства профессии не хватало там, да. Они такие были вот внутри такие очень богатые, а внешне очень бедные. И вот как это, противоречие внутреннее. А сейчас, когда мы услышали, как наши дети блистают, как мы востребованы. Сейчас на наших концертах всем полный зал, да? Ну, мы такие... Наконец стали равны себе, вот внешнее и внутреннее, как мне кажется. И это, кажется, самое мое большое достижение как руководителя. Когда я увидела гордых своих педагогов за наши последние концерты. Вам удалось создать эти гармоничные отношения, но при этом у вас был конфликт в
консерватории, когда даже вот педагоги, насколько я помню, написали, по-моему, письмо, да, президенту с жалобой. Mm-hmm. Это, по-моему, впервые вообще в истории вот на вас какая-то жалоба поступила. Да, потому что, вы знаете, время такое настало, что свобода полная, любой может что-нибудь написать. И с удовольствием опубликует, особенно если ты популярный стал, если твое имя привлекает внимание, рейтинги там поднимаются. Но также есть и объективные причины. Кто-то не понимает, кому-то не нравится, кому-то пришлось сказать, извиняй, уже невозможно там, да? Но таких было два кризиса. Вот за 15 лет было два кризиса. Они были половина объективные, половина субъективные. И я, в общем, сполна испытала вот это все, что журналисты что хотят, то и пишут. Ну, как вам удалось решить этот конфликт? Вы знаете, я никогда ничего не могу затушить. Я по полной программе все это... Комиссии, в газетах, пожалуйста, газеты. Но я себя спрашиваю, я могу там мстить? Я могу что-нибудь сделать, такой вот какой-нибудь ответ, да? Не могу. Не могу, потому что я только могу ответить тем, что я буду еще лучше. Значит, если они не понимают чего-то, значит я недостаточно понятна. Значит, надо еще, чтобы было уже абсолютно безоговорочно, да? И эти ситуации, они только сделали меня крепче и лучше, как мне кажется. Хотя недостатков полным-полно, еще проблем нерешенных очень много. Ну, просто вот психологически я поняла, что это меня никак не... Но для вас это было неожиданностью? Потому что вы же наверняка привыкли, что вас конечно, все любят. Конечно, первый раз что вас все любят, вас да. уважают. А тут бац и жалоба. Еще не кому-нибудь, а президенту. Ну, я помню, что я даже с президентом обсуждала этот вопрос. Когда первый раз это было, я говорю, вот люди пишут, вот что попало. Газеты все это печатают. И где ответственность? Где ну, какой-то вообще уровень? Ну, это же беспредел просто, да? Вот просто сочиняет, и вот на белое, черное. Это все. И тогда я помню ответ президента. Это было потрясающе. Он говорит, Жания, в кои веки казахи заговорили? Писать стали, да? Не я буду им запрещать. Пусть вот пропишутся, напишутся, проговорятся. Поймут, придут к культуре, к ответственности, к чему-то. Это еще далекие года, в 2000-х где-то годах он мне такое говорил. И я подумал... Если то есть совет был такой, не обращать внимания да? на все. Но он просто сказал, что запрещать этого нельзя, надо просто... Ну, это он просто сказал, мне кажется, это демократия. Это демократия, да. Это когда вот вы правильно сказали, что сейчас время, когда на самом деле каждый человек имеет право написать жалобу на любого человека, да? Да. Но единственное, что здесь немножечко плохо то, что иной раз люди это делают, чтобы дискредитировать кого-то. Чаще всего. А как часто вы сталкиваетесь с тем, что вы чувствуете, что вы кому-то где-то переходите дорогу? Вы знаете, я в этом смысле немножко толстокожая, я не всегда чувствую. Некоторая наивность моей души позволяет мне вот как-то вот проходить и не замечать некоторых вещей. Я не, в этом смысле... Конечно, может быть, чувствительность есть, но я сама открыто живу, и так естественно, и никому ничего такого не делаю, поэтому не ожидаю никаких подвохов, никакой там, ну, какого-то ответного там, плохого отношения. Но неизбежно, что вот если ты успешен, то кому-то это не нравится. Вот просто по факту, что ты живешь и вот что-то там выступаешь. Потом у меня плохая привычка. Я вот встречу какого-нибудь человека, начинаю говорить, ой, у меня то было. С удовольствием делюсь своими. Не всегда это людям нравится. Моя мама бедненькая рассказывает, когда один раз поделилась своими мыслями. Она рассказывает про мои успехи своим коллегам. Рассказывает бесконечно. Я говорю, а как они воспринимают, мам? Что-то, говорит, не очень. Я поэтому стараюсь как-то с юмором, как-то... Но я все равно понимаю, что я сильно зациклена на своей работе, мне нравится все. И я вот как встречу какого-нибудь человека, задержится там минуты две возле меня, все, он уже попал в мои сети, я уже рассказываю, все просвещаю, если это какой-нибудь спонсор потенциальный или там какой-нибудь государственный деятель. Ой, я невыносимая в этом смысле, наверное. Вообще вы хороший слушатель, как вы думаете? Знаете, я люблю спрашивать. Я люблю спрашивать, чтобы понять, что у них происходит. Я хочу найти аналогию, я хочу найти подобный успех. Я но знаю, вас интересуют только успешные люди? Ну, знаете, у меня нет так много времени, чтобы общаться, вот сидеть, слушать кого-нибудь, какой-нибудь там в жизни не очень сложилось. К сожалению, да.
Конечно, мне иногда... К сожалению, или вам это в принципе не интересно? Нет, как? Ну, я живой человек, и mm-hmm. если что-то случилось, я стараюсь помочь, и случается что-то с близкими, и с родными, и все, да. Ну, конечно, мало кому придет в голову там звонить мне и рассказывать свои там... Неудачи, да? Проблемы какие-то. Mm-hmm. Меня нет дома, раз, сижу, занимаюсь, два. Что-нибудь такое. То есть у меня нетипичный образ жизни, конечно. Женя Ефина, а что для вас значит успешный человек? Например, маму многодетную, которая, может быть, не сделала карьеру, да, не работает, ну, к примеру, на данный момент, но воспитывает восьмерых или девятерых детей. Поняла, она успешна или нет? Конечно, как вы конечно успешна. Знаете, успешный человек тот, который доволен своей жизнью, который вот добился достижения своей мечты. Будь то дети, будь то там, в профессии, там кто-то широкую деятельность ведет там в разностороннюю, кто-то в одном очень направлен, да, кто-то вопреки всему там стал там, каким, художником, абстракционистом или композитором, да. То есть, ну, понятно, что есть профессии, которые заранее считаются не, там, неуспешными. Например, говорят там. Ой, у него там это хочет жениться там на артистке оперного театра. Ой, ужас, скажет, из хора какая-то артистка. То есть это отстой вообще. Как классно сказать. А на самом деле, да, ну типа, говорит это, есть анекдот такой, третьим будешь? Ну, буду, да, ну давай, да. Ты кто по профессии? Говорит, композитор. Ну, не хочет, говорит, не говорит. Что-то такое. То есть есть профессии, которые непонятны людям, они не ассоциируются с успехом. Да. А у нас сейчас, Женя Ахеевна, скажите, вот вы сами сказали, что артисты богаты внутри, но бедные снаружи. Но не всем, к сожалению, талантливым людям удается стать успешными такими, как вы, да? Конечно. То есть сейчас вы ректор, и вот вы когда говорите о том, что не все воспринимают ваш успех, возможно, ваши коллеги, которые не так... у которых не так удачно сложилась жизнь, может быть, у конечно. Них чувство зависти появляется. Это естественно. Почему наши музыканты не могут зарабатывать хорошие деньги? Но я нельзя про всех музыкантов. Например, я думаю, в шоу-бизнесе... Нет, шоу-бизнес – это так. Совершенно другая тема. А вот именно у вас. Музыканты, они, в принципе, не должны. Это не коммерческая деятельность. Это имиджевая больше деятельность. Вы знаете, я практически, вот если сравнить, сколько мы зарабатываем и сколько мы тратим, это лучше не говорить людям, потому что это... Ну, абсолютно... А тратите за счет каких средств? За счет бюджетных? Спонсорские. Потом я много лет разрабатывала программы сотрудничества, и я получала спонсорские средства там, от иностранных компаний, от казахстанских. И потом я, в конце концов, подала этот план и говорю, посмотрите, сколько лет я это делаю за счет спонсоров. Других да, источников, не государственных. Вы можете все-таки как-то понять, что это дело необходимое для консерватории? И тогда услышали меня и включили некоторые суммы в бюджет тоже. Uh-huh. То есть это не означает, что все наши потребности реализуются, но я всегда ищу спонсоров. И вы знаете, с каждым годом спонсором все лучше и лучше отношение мое и наше, и их отношение. А как, Женя Ахеевна, скажите, вот как вы приходите, например, к известному нашему какому-нибудь миллионеру, да, или там миллиардеру? Скорее всего, знаете, я не прихожу. Я добываю сотовый телефон. Да? Здрасте, я такая-то. Или они трубки не берут, я смс пишу. Пишу смс-ки, да. Мне нужна такая-то сумма для того, чтобы свозить детей туда-то, туда-то, да? Вы знаете, но... Всегда отклики есть. Не совсем так, но просто когда уже вот действительно отношение известно, известно уважительное отношение к культуре. Понятно, что моя просьба, она не такой каприз, там, и что непонятно что, а точно то, что необходимо, то, что для страны, там, для момента, для культуры. Так много людей, которые так отвечают. Ну вот, например, не знаю, можно привести этот пример. Оскар Узакбаевич в прошлом году смс пишу. Ну, трубку не берет несколько, а мне срочно надо написать. Я говорю, Оскар Узакбаевич, как вы поживаете? Пожалуйста, перевезите наших детей, 350 человек, такого-то числа в Астану, а такого-то обратно в Алмату на концерт, посвящен 20-летней независимости в зале Казахстан. Заранее благодарю, все такое. И тут же мне звонит помощник, говорит, Жаке, конечно, да, конечно, все, вот Оскар Забач поручил, что да, вот мы выступаем спонсорами, все. То есть это было вот такое письмо. И я, знаете, я коплю... Связи сегодня очень важны, да, для вас? Я коплю в душе вот эту вот, знаете, благодарность людям, которые способны вот так реагировать, да, потому что это не только сама помощь, а еще форма. То есть он не сказал, что напишите письмо, там, что-то такое. Он тут же через
5 минут мне перезвонил это, помощник. Это, знаете, Женя Хейна, вы сами мне сейчас скажете, мне кажется, подтвердите мои слова. Это отличительная черта наших казахов, мне кажется. У нас все можно решить. То есть вот если человек уважает тебя, да, угу. то он, в принципе, всегда готов тебе помочь. Вы возросшее самоуважение, достоинство, государственное мышление, просто масштаб личности. Вот казахстанцы за эти 20 лет, вот, ну не все, конечно, но какая-то значительная часть выросла. И знаете, деятелю культуры осознавать это может быть более важно, чем ну, вот, получать помощь, там, чем конкретное что-то такое. Вот то, что сейчас на наших концертах больше людей, Господи, мы так счастливы. То есть было время, когда нам давали деньги, а на концерт, ой, ладно, сами там как-нибудь, да, а сейчас приходят на концерты, хотят услышать те, которые помогли, да, переживают за это, следующий проект хотят поддержать. Ну, это сказка. И вот мне про эту книжку надо писать. Какая сказка, да, как это происходит. Каждый раз в разной форме. Неожиданно иногда бывает. Иногда, ой, потрясающе. У меня столько богатства в душе, в таких воспоминаний потрясающих, да. Женя Ихейна, вот касательно ваших концертов, это же большая вот отдача энергетическая, да? Вот на что вы себя настраиваете прежде всего и как вот собираетесь силами? Это же очень сложно. О, это потрясающе. Потому что это неизведанная сфера, да? Там ничего не бывает такого предсказуемого, да? То есть ты всегда некоторый риск имеешь. Ты всегда... Риск какой? Риск какой, быть? Что-то у тебя не сработает что-то, у тебя энергия не выйдет, биотоки какие-нибудь помешают тебе. Ты просто не сможешь собраться. Ты в тот момент будешь себя... Например, ты утром себя нормально чувствуешь, а к вечеру устал. 2 дня назад ты прекрасно себя чувствовал, а через один день, да, что с тобой случилось, ты вообще расклеился. Я помню, перед последним концертом в Париже в октябре так получилось, что ну, там, техники забыли микрофон в отеле, и надо было вернуться. И тогда репетиция утренняя вместо с 10 до 2, она случилась с 12 до 4, или там с 2 до 6. И 8 часов концерт, 8:30, да? Понятно, вот это на 4 часа смещение. Я не могла не делать репетицию телевизионную. И потом это было ну, просто такое напряжение. Просто усталый человек. Ты кончился, у тебя к вечеру ты должен отдыхать. Но у меня не было возможности отдохнуть. А какой должен быть слушатель или зритель? У вас есть предпочтение, желание? Абсолютно. Ну, конечно, не совсем дикие. Потому что есть те, которые никогда вообще ничего не слышали. Чего она там играет? А, конечно, я люблю. Вы такого есть зрителя это... сразу видите и чувствуете, да? Нет, ну просто это зависит от места. И знаете, сейчас... А ваше отношение, интересно, к такому зрителю, который впервые на вашем концерте? Я просветитель, я всегда тогда что-нибудь скажу. Я объясню, я постараюсь сделать репертуар попроще. Понятно, что раньше, вот когда был Советский Союз, да, за рубежом зритель, и там у нас в стране, особенно если нет инструмента, если где-то в глубинке Казахстана, там, да, или в глубинке России, или там Украины, колоссальная разница. Сейчас я играю в залах Казахстана, где шикарные рояли, шикарные залы, шикарная публика. Так же, как и в мире. Только в самых лучших, красивых, интересных залах. И тогда я знаю только хорошую публику. Конечно, мне не приходится играть перед какой-то совсем... Нет, ну бывало. Вот в Таразе концерт в прошлом году. И я собирался играть 3 части концерта Шопена с оркестром, да. Ну и вот после первой части народ повалил с цветами. И я так... Да, сначала аплодисменты, но это нормально бывает, да. И вдруг цветы пошли. Я говорю, подождите, еще 2-я часть. Потом смотрю, с этой стороны полно цветов, с этой стороны полно цветов. Смотрю, я уже понимаю, что это же неуправляемая ситуация. А что вы потом делаете? Нет, потом вышел мужик и начал речь говорить. Я все это выслушала и говорю, кешірім сұраймын, рұқсат па жалғастыруға, тағы да екінші-үшінші бөлім бар. Нет, чтобы как опытная артистка закончить, откланяться, уйти. Нет, я еще вторую и третью часть доиграла. Да. Ну, это понятно. Там в этом месте, может быть, 20-30 лет не было таких концертов. Женя Хейна, вот я говорила про ваш рейтинг популярности. Он действительно на самом деле очень высокий, потому что вы даже попали в список партийный список партии Нур-Отан, да, в
Лицо партии. Вы лицо партии. И даже я помню, что вы были в партийном списке, да, но по каким-то причинам потом не попали, да, в этот список. Для вас это было на самом деле неожиданностью, что вот из вас хотели сделать депутата Мажилиса? Ну да, наверное. Мне кажется, в этом году в связи со сменой состава парламента что-то и с какими-то новыми задачами партии туда очень много включили людей, и многие изумлялись, говорят, а этому зачем? А тебе зачем? Мне многие говорили, ты что, хочешь в партию? Ты хоть не в партию, в парламент? Зачем тебе это нужно? Да? Я думаю, что это не мы решение принимали. Ну, как мне объяснили, что... То есть вас не спросили, получается, да? Сильно не спрашивали, да. Перед фактом поставили. Но, тем не менее, вы же являетесь членом политсовета партии. Да. И присутствуете на всех таких важных собраниях. В последнее время что-то не получается. Как политсовет звонит, я в это время в отъезде, да. Они говорят, кап. Что для вас политика? Политика, честно говоря, я не сильно вникаю в это и не готова быть политиком. Понимаю, что там очень много компромиссов, очень много какого-то специального склада и души, и какая-то технология, по-моему. Это люди в политику идут не случайные. Женя Ихельна, но будучи ректором, вам же по-любому приходится решать много политических вопросов. Или все-таки вы умеете это все как-то... А может быть, обойти и более творчески подойти к каким-то моментам? Я вообще не думаю, что это что-то сложное, потому что я довольно много читаю, я слушаю новости. В отличие от многих музыкантов, я так интересуюсь. Там, политизированный, да? И политизированно, и экономически стараюсь как-то быть информирована хотя бы. Может, не разбираться, но быть информированным там, что происходит, как что. Всегда спрашиваю всех, а как что, да? Но мне кажется, на уровне совсем простых вопросов. А вот что-то такое вот связанное с каким-то особым таким строительством партийным, это вот, я кажется, не моего ума, я слишком простой и открытый человек. Но вам сама идея понравилась, Женя Абакирова, депутат Мажилиса парламента? Кажется, что нет. Кажется, это чуть больше для меня, чем я хотела бы. Ну, на самом деле, как это чуть мной больше, воспринялось? Чуть больше. А вот что интересно, что вам что хотелось воспринялось, бы? Что воспринялось? Как мне это воспринялось? Потому что все вдруг стали меня поздравлять. И так гордись, что депутат. Да я не собираюсь. Ну, я как бы... Я помню, Наталья Артёмовна говорит, ну, что ты такое говоришь? Что ты что, не понимаешь, что ли? Не понимаю. Я там начала отказываться всем. Но это было выражение уважения, типа, к сфере культуры или там... Женя Ихельна, а с кем из наших высокопоставленных лиц вы дружите? Вот прям я тесно. Я точно не дружу ни с кем, потому что у меня на это времени нет, и у них, главное, на это времени нет. Да? А из женщин? И из женщин таких... Вот вы сейчас говорили, Наталья Артёмовна. Наталья Артёмовна, она все время как-то покровительствует мне. Ну, как-то она понимает, что я такая артистка. Иногда могу не туда попасть, да. И она учит. Потом мне нравится, что она красотка такая, да. А у нас с ней, мне кажется, есть какое-то... Общее, да, что-то? Творческое, да. Угу. Я всегда ее смотрю, думаю, как она... А знаю, что она работает сутками, финансист, бумаги, все. Такая всегда хорошенькая, да. Вот. А дружить... Ну, вот, например, Жанна Дочеровна, юрист правительства. У нее сколько составов правительства, она все юрист. Или вот Жанна Дулатна Курмангалиева, вот мы стали недавно, очень она мне нравится, отряд секретарь Министерства культуры. Аида Галымовна Балаева, зам акима Астаны, обожаю ее, да. Такая шикарная. Ну, вам удается вот с этими женщинами сесть где-нибудь, чайку попить? Ну, очень редко. Чаще всего я к ним прихожу, что-нибудь, и мне чай ставят, там, предлагают что-то. Я вот хожу вроде по работе, а сама чаи пью. И отношение, конечно, не как к чиновнику, а как вот, ну, как вы говорите, национальной гордости. Да, да. Правда, да? Когда вас встречают, пусть это будет в нашей стране или за рубежом, да, у вас есть какие-то предпочтения райдер. Или обязательные? Райдер, да. Условия, когда вы говорите, должно быть так. Знаете, я очень простой человек, и многие мне довольно часто говорят, вы такая с нами. Особенно в Казахстане. Да, да. Потому что за рубежом не принято пафосность, вот это вот всякие понты, да. Ну, в нашей сфере, по крайней мере. Ну, это неприлично просто, да. А здесь, в Казахстане, когда встречаются со мной, который, естественно, разговаривает, простой человек, вникаю, слушаю там все, они говорят,
Они просто, знаете, сбиваются с ритма с какой-то. Они представляют увидеть какую-то невероятно важную, капризную даму, которая сейчас будет устраивать, не знаю, какие истерики. И надо все делать и терпеть. Но есть даже, хоть, может быть, какие-то мелочи для вас важные? Условия какие-то выставляете? Никогда. То есть они сами создают мне такие условия, которые я абсолютно принимаю, потому что это уважительно, это достойно, это прилично. В Казахстане сейчас есть возможность это. Это всегда хорошие отели, это всегда невероятное внимание, прием. Я говорю, я плюс 100 человек. Хорошо, говорят. Здорово, вы ездите. Да, я плюс 100 человек. Да. Ну, иногда я говорю, давайте я сама заплачу за дорогу, а вы там то-то, то-то, то-то. Или давайте вы все платите, или давайте нам там что-то не делаете. То есть я адекватный человек, я из бюджетной сферы, я... Не так, что ничего не понимаю, и, пожалуйста, мне сделайте. А самое удивительное, знаете, что вот я просто смотрю на вас, вы пианистка, да? Я все время что-то такое делаю, да? Вы пианистка, вы что-то все время делаете, но при этом вам еще при этом нужно деньги считать. Я, знаете, я специалистка, это самое, специалистка, калькулятор посчитать, вот такое, цифрами посчитать. Я люблю цифры. Да? Я, у меня наш бухгалтер спрашивает, оказывается, у моих подчиненных, да, там, помощница, говорит, почему же Яхина все в доллары проспились? Я в тенге не всегда понимаю. Да. А в долларах я точно знаю, что это такое, да. А если бы я не была музыкантом, может, я была бы экономистом неплохим, математиком тоже. У меня ясная голова. Я, как и бухгалтер говорит, лучше всего наш бюджет консерватории понимает и знает Женя Яхина, все помнит, все знает. Ну, это такая голова, мне нетрудно. Да. Спасибо вам за то, что согласились и с большим удовольствием прилетели к нам в Астану. С такими замечательными девушками. Мы с Оксаной с вами прощаемся, а Женя у Бакирова нет. Смотрите ровно через час в эфире нашего телеканала гала-концерт солистов и коллективов Казахской национальной консерватории имени Курмагазы с участием народной артистки Республики Казахстан Жени Аубакировой. Всего доброго. Спасибо за внимание. Смотрите нас каждый четверг, как обычно, на телеканале «Астана».